Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Смяуб, и сегодня я вам покажу, как быстро спидранить игру Poppy Playtime, потому что вам, очевидно, неинтересно будет смотреть прохождение очередное, поэтому давайте начнем, естественно, с таймером. Так, сразу бегу. Зеленый, розовый, желтый, красный. Так, есть все правильно. Так, кассета. Чуть-чуть время не сэкономил, ну ладно. Можно было чуть побыстрее, но... Сори. Так, ну кассет не обязательно, просто нечего делать. Сейчас просто ждать надо, пока эта штука закончится. Можно пока что походить. Нифига себе тут отражение, конечно. RTX прям. Там видно свободу. Ладно, пойду уже назад, потому что, наверное... Оно сейчас уже открываться будет как раз. Ага, давай. Есть, теперь бежим в выход, к выходу. Не знаю. Ой, пофиг, ладно. Ну, я пытаюсь сэкономить время, но иногда это наоборот плохо работает. Так, давай ключ сюда, быстро. Так, окей. Есть некоторые моменты, которые могу плохо заспидранить, естественно. Все, можно идти. Ой, боже. Вот, Поппи нам, кстати, сюда. Ну, скримеры не страшные. Не знаю, что тут вообще боятся люди. Потому что абсолютно вроде ничего страшного нет. Так, вообще, наверное, я не очень делаю. Хотя, не знаю. Хотя, да-да-да, нормально. Так, теперь. Угу. Тут нету, тут есть. Что они всегда на разных местах. Время трачу. Так, еще одна. Где ты? Где ты? Они на разных местах. Мне это очень нравится. А вон, боже. Слепой. И как? Пофиг. Чуть-чуть. Ну, я не знаю, кто-то делал вообще спидран по этой игре. Если я первый, то уже все. Новый вид спидранов. Так. Спидран реально жесткий. Давай, роняю уже. Так, есть... Конечно же, коробка. Понимаю. Очень круто. Так. Ну, это легкие части испытаний. Я вообще первый раз в игру зашел, можно сказать. Так. Сейчас просто ждать надо, скримеры поиспытывать несколько. Потом... Так, чуть-чуть, потом. Так, следующий момент, да, я смогу нормально сделать.
Надо сразу на лестницу бежать. Фуф, можно пока что расслабиться. Так, лестница, лестница, лестница. Оп, сразу. А можно спасибо? Так. Оп, оп, оп. Тут главное не зафейлить. Тут я уже знаю, что нужно сделать. Ну, конечно, да. Давай. Главное не зафейлить, Джин. Действительно. Почему фризит? Ладно, не важно. Так, окей, 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 окей. Я не знаю, как тут надо. Тихо, 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 тихо. Дурацкая игра. Оп. Оп, 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 оп. Давай, быстрей. Нажалось, 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 все. Давай. Ух, все. Теперь надо только ждать. Наверное, скипну этот момент, точнее, поставлю на перемотку, чтобы вы все видели, вот так сделал. Кстати, что ты наблюдаешь, да? Знаете, я, наверное, не буду все на перемотку ставить. Действительно, да. Сказал, не сделал. Ну ладно. Я смогу вот так забрать ее. Оп, все. Бегу теперь. Сюда ставлю ее. И теперь убегаем от Поппи. Папи. Ой, да. Ладно, неважно. Теперь бегу, 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 бегу. Здесь. На изи, главное, поворот не пропустить. Следующий, тем более. Оп, есть. Так, так. Тут просто есть очень резкие, неприятные повороты, которые можно легко пропустить. Понимаю. Так, надо сосредоточенным быть. Сейчас надо на свет. Оп. Так, дальше. Да в смысле? Ну вот, конечно же. Действительно. Почему бы нет? Так, все, вот тут все легко максимально. Побежал. Блин, очень вот эта часть напоминает Portal. Эх, крутая игра. Ну, Portal. Это я не знаю, ну такая. Нет в ней чего-то такого, что может зацепить, как будто бы, как по мне. Ну, в принципе, это уже, можно сказать, полностью я прошел игру. Да, вот это, конечно, игра крутая. Можно и быстрее заспидранить, но все же. Как я сделаю это? Все в ваших руках. Вот такой вот спидран получился красивый. 9 минут 10 секунд. В общем, кто хочет лучше, пробуйте. Игра весит 5 гигабайт. Я думал, меньше. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.